Здравствуйте, уважаемые друзья! Продолжение фильма про карповые фидера, карповые удилища, как угодно это можно назвать, от компании «Вколмик». До этого у нас был выпуск, модельки было Special Carp, Prime Rush Special Carp, если правильно называть. Я думаю, что понравились они многим, и, в принципе, уже отклики есть серьезные такие, ну, серьезные в плане их немало, я имею в виду, то есть это не разовый, кому-то там кто-то словами сказал, и на этом все забылось. Действительно, люди покупают, довольны, то есть действительно параболический фидер, параболик чисто английский, карповый, вяжущий, действительно очень интересно. Ну вот, скажем, есть в этой серии еще вот такие палочки, тоже называется Prime Rush, потому что все равно, хоть я и снял это видео и вроде бы ответил на все вопросы, но, видимо, кто-то его не смотрел, мало подписчиков, поэтому подписывайтесь, пожалуйста, на канал, не смотрите без подписки. Это, если вы хотите мне спасибо сказать, это для меня будет лучшее спасибо. Подписывайтесь обязательно на канал и смотрите ролики. Значит, серия Competition. Вот такие палочки, две у нас сейчас, карповые. Скажем так, я не буду давать им характеристику, что это, я думаю, каждый сам, но палки действительно легкие, приятные, такие карповые инструменты, можно так сказать. Значит, что хочу сказать, обрезиненная такая вот с напылением ручка. Который приятно держится в руках, держать ее приятно, она не скользит. Тоненький бланк, то есть фактически это то ли баллонка, то ли карповичок. Но имейте в виду, это баллонка-карповичок снабжается еще и вершинками фидерными. Поэтому вот такая фидеробаллонка, если можно сказать, ну я имею в виду, я понимаю, как она называется, но по-русски, на русский язык вот так. Катушка-держатель с ползуночком, Fuji. Сюда, соответственно, встают катушки 2, 3, 4 тысячи, совершенно спокойно. Дальше уже достаточно немаленькое колечко. Конкретно эта модель называется Prime Feeder 380, тест 60 грамм. В комплекте три вершинки, все у нас вершинки карбон. По унцовкам 1,5 унции, 2 унции и единичка. Как и в предыдущем видео, кто смотрел, я этими фидерами, это, наверное, первое удилище, про которое я сейчас рассказываю, которыми я не ловил именно на рыбалке. То есть я их получил недавно, сразу их протестировал. Протестировал именно с разными грузами. То есть я их серьезно перегружал, недогружал, старался ими максимально далеко кинуть и старался их, в общем-то, сломать. И где посмотреть, где эта грань поломки, да, и что они вообще могут, где они проваливаются. Но по большому счету для меня это, в общем-то, 95-99% того, что я уже понимаю эти удочки. Поэтому, но на карпа именно я с ними не выезжал. Значит, вершинки все графит. По длине 53 сантиметра, посадка 2,2. Колечки средние, я не могу сказать, что они крупные, но они вполне подходят на плетню, если кто-то ловит с фидергамом, либо с шок-лидером из монолески, либо монка там 0,24, 0,26, все туда пролетает, ну даже поменьше, естественно, тоже. Значит, по диаметру внутреннему колечка 18 миллиметров. Рукоятка 40, и до центра держателя от колечка у нас 67. Но не забывайте, что и катушка-держатель здесь, как на баллонках. Вот это вот имейте в виду. То есть это такая вот, как бы, карповая баллоночка, фидера карповая баллоночка, на русский язык, если перевести. Значит, по транспортной длине она небольшая. Трехчастник сам по себе.
134 транспортная длина. Значит, следующий у меня в руках. Полное название пишу, чтобы люди не путали. Говорю, чтобы люди не путались. Prime Feeder 380 Т45 грамм. Серия Competition. Точность также. Такой шкатушкодержатель Fuji. Колечки достаточно приятные. Ну, оно такое же. Я померяю. Да, 18. Значит, в комплекте три вершинки, все карбон, также посадка 2,2 по унцовкам. Три четверти, полторашка и единичка. По соответствию заявленным тестам, что написано и что в реальности, они соответствуют. Притом колечки правильно очень поставлены на вершинках, то есть у вас не будет перехлестов. Они простят ошибки, даже если вы как-то бросите не совсем правильно. Ну, понятное дело, что это вот, я говорю так условно, да, если там, смотря какая ошибка, чтобы не было ко мне потом вопросов, что я там траву покосил, они сломались. Поэтому здесь все-таки в рамках приличного я это говорю. Значит, по транспортной длине. Эта палочка у нас 134 транспортная длина. А рукоять 41, от центра держателя до кольца 67. Вроде бы все сказал, давайте разбираем и посмотрим, что они из себя представляют. Так, разложили мы. Значит, первый у нас пойдет 380 до 45 грамм. В руках лежит очень легко, как пушинка буквально. Колечки крупные, смотрите. Трясу при вас. Ну, средняя такая. Вот, кстати говоря, по поводу строя, сейчас мы его нагрузим. Я вам скажу, чтобы вы просто увидели. Давайте нагружаем. Вершинка здесь, кстати, мы поставили средняя из комплекта. Смотрите, видите, какой строй? Вот такой прогрессивненький строй. Видите, вот имитация рывков, то есть он будет вязать прекрасно. Значит, следующий у нас тоже 380 длина до 60 грамм. Давайте нагрузим. По строю точность такой же. Ну, я бы назвал, что это прогрессивный все-таки строй. Прогрессивный полупараболик, может быть, что-то такое вот. Потому что здесь вот прям четко охарактеризовать вряд ли кто сможет такой строй. Ну, действительно, на карпа приятная палочка, как вы видите. Некоторых будет смущает катушкодержатель, потому что он баллонский, но тем не менее. Разложили, посмотрели. Ну, вам выбирать. Палки интересные, но лично мне все-таки ближе по духу именно серия Special Carp, потому что она все-таки с фидерными ручками, с пробками, с более приятной, они в руках приятно лежат, все-таки вот этот вариант, он, ну, на любителя, скажем так, я вот, для меня он не зашел, я могу сразу сказать, хотя по качеству, да, все, там вопросов никаких нет, и вершинки, и тесты, соответствие тестам заявленным, да, вершинок, и само качество изготовления бланка, ну, Fuji держатель, то есть он тоже, скажем так, на помойке не валяется, недалеко не на все удочки Fuji ставят. Поэтому вот эта серия, она такая специфическая, ну, в общем-то, на любителя, поэтому кому нравится, пожалуйста, за качество мы, что называется, за качество я сказал. Значит, по чехлу, точность такой же чехольчик, как в серии Special Carp, так и в серии Prime Rush, просто без Special Carp. Синтетика, непромокаемая, не впитывающая, естественно, воду, не намокающая, прошитая, достаточно симпатично смотрится голубой вот этот цвет с таким оранжевым отливом по кромке. Завязки, здесь у нас липучки. Наверху отдельное, каждое отделение под свое
коленце. В общем-то и все, что хочу сказать. Обязательно подписывайтесь на социальные сети. Важный момент очень. Кто еще не знает, всем нашим покупателям, кто у нас покупил удилище и подписан на каналы в социальных сетях, на страничке в социальных сетях, на страничку Multifish нашего магазина, получает бесплатно две запчасти в год в период действия акции, если даже он человек сломал по собственной вине. Второе. Все наши покупатели мы даем бессрочную гарантию на заводской брак, на удилище, купленное у нас. И третье. По ремонту. Если у нас делается ремонт на какую-то удочку, вы приносите свою собственную, купленную в другом месте, на место ремонта мы даем бессрочную пожизненную гарантию, что там ничего не сломается и так далее. Если что-то происходит, то, естественно, мы делаем это, чиним бесплатно. Но такую гарантию мы даем по той причине, что сервису больше 20 лет, мастер у нас профессиональный. Со всей России сюда свозится все, люди отправляют из других городов, и качество, в общем-то, подтверждено временем и отзывами. Поэтому подписывайтесь на странички обязательно, не смотрите без подписки. Если вы хотите мне спасибо сказать, то не смотрите. Если не хотите спасибо говорить, тогда смотрите без подписки. Всего вам доброго и до новых встреч!